В Ульяновске прошел финальный этап конкурса профессионального мастерства среди председателей избирательных комиссий Ульяновской области. Как объяснили организаторы, цель состязаний в игровой форме – провести обучение и помочь разобраться в сложных случаях, связанных с реализацией избирательного права граждан. По признаниям организаторов конкурса, все самые каверзные, сложные, интересные задания они приготовили на финал. И у нас 979 постоянных участковых избирательных комиссий, сформированных на 5 лет, как вы знаете. Соответственно, у нас 979 председателей участковых избирательных комиссий. И вот мы решили в этом году впервые провести конкурс. За игровыми столами лучшие в своих районах команды сборные. Сработаться, не мешать и доверять работе друг друга задачи трудные. Особенно, когда все нужно сделать быстро. Тем не менее, у тех, кто приехал, это получалось неплохо. Формой передачи знаний конкурсанты довольны. Но она эффективная, потому что на практике вспоминаешь теорию. Одно дело учить, другое дело это как бы воспроизводить. И здесь нет ответственности, понимаете? То есть во время выборов как бы на нас лежит ответственность, нам обязательно надо правильно. А здесь можно поучиться, задать вопросы какие-то. Да, поэтому я считаю, что это очень эффективно, здорово, что вообще у нас придумали такой формат. Я думаю, это очень полезно. Из 5 команд, принимавших участие в профессиональном соревновании, победу одержала сборная команда номер 2, куда вошли председатели участковых избирательных комиссий из Новоульяновска, Базарно-Сызганского, Барышского, Вишкаимского, Индинского, Корсунского, Майнского и Сурского районов. Таковы итоги конкурса, а очередной реальный экзамен на профпригодность пройдет в ближайший единый день голосования, 8 сентября 2019 года. Павел Половов, Юрий Конин. Новости Улправды ТВ.